Приветствую вас на моем канале разборов, анонсов, телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гейтман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что будет в финальном пост-шоу проекта «Холостячка». Вместе ли Эллерт и Ксения? А вы мне напишите в комментариях, кто вам нравился больше, Эллард или Леша. И так, как я и говорила, Ксюша выбрала Александра. Выбрала, потому что точно как в поговорке, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Для Саши это уже третье предложение, итоги ножные, а вот для Лёши первое и настоящее. Но Ксения выбрала Александра, а они до сих пор вместе, они живут у Ксении точно же, как я и говорила. Также они дружат с остальными участниками проекта, дружат с рыбаком, что за кума, что кумом не была. Но это не значит, что они с рыбаком вместе. Просто эта поговорка говорит о том, что кума с кумом все-таки близки. У них близкие теплые отношения. Это не значит, что все кумовья должны спать. Нет дружат с юристом на миллиард, в его кафешке сидят, смотрят холостячку. Единственное, Алексей с ними не очень дружит, потому что он действительно обиделся, он по-настоящему влюбился. И, по моему мнению, следующим холостяком должен быть именно Алексей. А вы мне напишите в комментариях, кто вам нравился больше всего из претендентов на сердце Ксении Мишиной. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!